боли, будет много боли. Вслед за ним маячит Сникерс, тот, что съел ты и порядок. Больше есть ты не захочешь ничего до самой смерти. А захочешь ты не сможешь, так как жареный арахис растворяется годами. В наших слабеньких желудках. Жутко, братцы, просто жутко. Ну а если вам все мало, вы резцы свои вонзили прямо в баунти с размаху. И останетесь навечно в чистом райском наслаждении. Извлечение оттуда всех кокосовых опилок. Но страшнее всех шоколадка, что зовется Милки Вэем. Та, что гадина не тонет в молоке, как ни старайся. Хоть топи ее в бензине, хоть мочи ты в керосине, не утонет эта плитка, если только ты не держишь ее сам у дна руками. Знаем мы все этот фокус, нас оберткой не обманешь, коль оно в воде не тонет. Мы такое есть не будем. Будь оно хоть трижды нежным. И вот над несчастной частью суши ждет народ, развесив уши. Дети, папы ждут и мамы. Продолжение рекламы. Если муж ваш вдруг с работы возвратился лишь под утро, а в пиджаковые брюки въелась грязь настолько сильно, что родная дочь Иришка, собирая в школу книжки, вдруг испачкала штанишки, замочите мужа тайдом. Его сыплют в пачки щедро, так что если ваш мужик не крупный, хватит половины дозы. Ведь не зря никто не видел, в общем, мужа на экране. Вывод ясен, прост и точен. Значит, муж давно замочен. Ну а если вам ваш дорог, вы помойте его мылом, что сорти зовется гордо. Кто не знает по-французски, туалетная по-русски. Или шампунем wash and go. Его наша wash не любит. Убегает, как почует эту дрянь в одном флаконе. Ну а если вы хотите проучить его немного, лучше нету head and shoulders. Представляете, проснется, глядь, а перхоти-то нету. Впрочем, как и остального. Но пока он не проснулся, вы штаны с него снимите и натрите все, что можно, толстым слоем блендамеда. Он всю ночь шатался где-то. Вдруг он кариесом болен. От него не сбережешься ни зимой, ни летом. Ну а так на все детали нарастет к утру слой отличнейшей эмали. Будет ваш мужик как новый. Вы таким его не знали. Спасибо.